Привет, друзья! Это «Игра вкусов» и я, Сергей Горбунов. Сегодня мы с вами будем готовить десерт «Печеное яблоко». Очень вкусный и простой рецепт. Ну что, поехали! Для этого нам понадобится яблоко, мед, грецкий орех, гвоздика и сахарная пудра. Приступим! Первым делом мы отрезаем верхушку. Берем вот такую штучку, у меня есть. Она называется Noazette. Очень удобно ей работать. И выковыриваем мякоть. Вот примерно так должно получиться. Так, далее мы пока убираем эту стороночку, это мы выкидываем, берем яблочки наши, так, далее грецкий орех, можно его порезать, но он у меня уже как бы разломанный, порезанный, добавляем его сюда. И добавляем туда мед. И пару ложечек. Даже можно еще. И размешиваем все. Так, это пока оставляем в сторонку. Займемся далее яблоком. Так, берем нашу гвоздику, придадим аромат яблоку, теперь мы это яблоко отправляем на 10 минут в духовку, температура 180, поехали. Вот и прошло 10 минут. Яблоко практически готово. Так, убираем гвоздику. Берем начинку и отправляем ее в яблоко. Так, далее мы теперь отправляем яблоко обратно в духовку на 5 минут. Поехали. Вот и прошло 5 минут. Посмотрите, наше яблоко готово. Ага. Так, убираем гвоздику. И сейчас будем украшать тарелочку. Далее. Берем варенье. Далее сахарную пудру. И немножко меда. Достаточно. Печеное яблоко готово.
Если данный рецепт вам понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал «Игра вкусов». Пока-пока, друзья! Приятного аппетита!